Привет всем. Ховер H3. Сейчас будем залазить в бак. Из салона начали вырубать уже лючок. Вот, чтобы понятно было, задняя дверь. Я вот здесь уже начал вырубать. Стамеску взял, молоток. Вот, задняя дверь. Вот эта первая сидушка. Это с заводителем, которая... Вот она, штука ориентировочная, где-то вот напротив нее я светил. В принципе, провода вот они уже торчат, если видно будет. Вот, сейчас буду вот уже сюда закругляться. Начинаем вырубать дальше. Сейчас положу сюда эту пока кнопочку. Так, потихонечку. Чтобы не повредить ничего там. Вот вырубили. Сейчас надо попробовать его приподнять. Кусочек не добил. Сейчас вот здесь. Пытаемся. Теперь уже фишки возьму. Ой, тяжело гнется. Выходит тяжеловато. Аккуратненько там провода. Так, наверное, надо мне вот здесь вот подстучать, чтобы оно пошло. Вот сейчас нарушили ребро жесткости. Будем пытаться опять приподнять его. Затяжами, что ли. Ой, пошло дело. Так, уже все видно становится потихонечку. Здесь аккуратно надо, углы острые, наверняка, еще, правда, не поцарапался, но поцарапаюсь, я думаю. Так, ладно, перчатки одену, перчатками я это. Так что, ребят, пока вот так вот. Решил вот так. Все, прямой доступ у нас теперь есть к гайке. Так понял, сейчас придется мне повыпендриваться. Без перчаток здесь нельзя работать, я так понял, иначе обрежусь. Почистить хоть чуть-чуть. Так, теперь нам надо снимать. Сейчас покажу. Сейчас пониже опущу. Вот эти вот провода. Провода снимаются. Вот здесь вот с внутренней стороны. Он, значит, вот такая вот железочка. На нее нажимаешь, она вытаскивается. Здесь вон грязи много. Надо сейчас пропылесосить. У меня нету этого, как его, кислородом шлепнуть. Сконструировал на насос, на насадку. Шланчик вот такой вот. Сейчас буду пылесосить. Пылесосить довольно-таки, смотрю, неплохо. Пропылесосил. Пылесос далеко убирать не буду. Мало ли сейчас, когда откручивать буду. Вдруг там что-то еще будет, чтобы пропылесосить. Перчатки одели, чтобы нам не порезаться. Нам надо теперь хомуты вот эти поснимать. Здесь маленькая отверточка. Хорошо, что хоть пошла она. Нам бы, конечно, давление стравить было бы. Как бы нас не пшикнуло. Надеюсь, его давление там может быть и не будет сегодня. Я не заводил машину. Я ж хомутик-то уже такой. Как бы мне другое не пришлось ставить сюда. Так, ладно, сейчас побольше его откручу. Больше не крутится. Сейчас в сторону уберу его. Начнем пытаться снимать. Так, что-то не идет.
чем буду ее как-то подвинуть. Закисло. О, все снялось. Давления нету, это уже радует. Снимаем второй. Второй хомут. Что-то смотрю, какой-то другой, не под отвертку. Вот так вот. Пошел, кстати, шевелиться, по крайней мере. Чуть-чуть тоже подзаржавел капелюшечку. Будем пытаться его снять. Поддену отсюда. Теперь отсюда. С двух сторон. Что-то тут получше шел. Что-то пока не хочет. Оказывается, пазики дальше есть. Пошел потихоньку. Выходит. Все, вышел. Так, в сторону убираю. Эти. Теперь надо пытаться нам с вами. Так, тоже отсюда отцеплю. В сторону уберу пока. Куда-нибудь сюда. Сейчас сниму. Хомут, иначе потеряем. Уберу в сторону. Так. Теперь нам надо как-то с вами крышку попробовать. Может, руками пойдет. Ой, блин, честно говоря, уже не идет. Честно говоря, чувствую. Так. Ладно, буду сейчас колдовать. Так, сейчас будем газовыми ключами пытаться открутить. Где-то в каком-то кино уже видел такое дело. Так, лишь бы ничего не посрывать здесь другого. О, пошла. Пошла, ребята, пошла. Так. Шевелится, ребята, шевелится. Это уже шикарно. Я думал, будет хуже почему-то. Так. Два газовых ключа. Это уже подсмотрел у кого-то. Кто-то в Логане также делал. Я на ховере. Так, поднимаем. Кольцо сняли. Теперь достаем потихонечку. Так, посмотрим. Блять, опять что-то здесь навалилось. Всякой ерунды, ладно. Я сейчас пропылесошу потом. Будем пытаться поднять. Насосик. Смотрим, чтобы нам ничего не повредить. Так, вижу уже с бензином, как бы его слить лишний. Полный стакан. Так. Тут мешает выйти. Так, резиночка еще здесь уплотнительная, смотрю. Есть. Так. Все, вытащили мы его. Будем дальше смотреть. Так, теперь нам надо добраться до фильтра, до нижнего. Попробуем отщелкнуть вот здесь вот. Три таких фиксатора. Вижу, по крайней мере. Ни разу сам не разбирал. Вот первый раз разбираю. Так, отщелкнули. Я надеюсь, что она должна выйти. Что-то держит. Так. Что-то еще держит. А, провод. Провод. Надо как-то еще вот здесь. Вот это дело, я так понял, достать. Что-то... А, вторая здесь с двух сторон. Сам поплавок, оказывается, тоже держится. Дальше что-то еще у нас будет держать здесь, мешать. Или нет. Что-то еще держит. Это что ли? Так, мы постепенно добираемся до фильтра. Фильтр чистый. По соотношению, к чему я здесь готовился. Ну, в принципе, я посмотрел, все чистенько, вон, видно вам же, да? Вот. Ничего криминального я не увидел. Ставим обратно. В том же порядке. Так, шток выскочил. На место все ставим. Так, насосик. Чтоб провода у нас ничего не перепутало здесь. Так, это где как стояло. Сейчас я разберусь. Вот. В
принципе, он, можно сказать, сам встает на свое место, где он должен быть. Защелкиваем обратно. Так, дальше поплавок ставим на место. Он у нас был вот в этом месте, я так понял. Ставим до щелчков. Вот здесь вот стопорки, они вон вышли все на месте. И устанавливаем обратно мы насосик. Так, заводим поплавочек. И обратно его аккуратненько. Так, мешает. Так, все. Он на месте почти. Вот здесь резинку, смотрите, аккуратненько. Надо ее, чтобы она на место встала. Так, стакан сейчас наполнится. Все, наполнился стакан. Опять одеваем перчатки. Я уже, по-моему, покорябался. Точно, вот покорябался, ребята. Смотрите, аккуратно. Ну, в принципе, процесс вам понятен. Сейчас все закрою, все закручу. Вот. Ребят, в итоге вот, вот так вот я его назад закрыл. Так получилось. Сверху потом куплю фольгированная такая фольга штука. Вот, с какой-то там прокладкой. Вот, и наклею, и будет все окей. Все, ребят, кому понравилось, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Все, всем удачи.